Завтра 50-летний юбилей отметит следственный отдел Министерства внутренних дел. Несмотря на, казалось бы, почтенный возраст, это одна из самых молодых служб в структуре МВД. Она была образована в 1963 году, когда следователей вывели из состава уголовного розыска. В ноябрьске же следственный отдел появился почти 30 лет назад. Сегодня в составе отдела числится 24 человека, причем 9 из них – женщины. Только за прошлый год им удалось довести до суда почти 300 уголовных дел. Наша задача не просто установить преступника, направить дело в отношении него в суд, но и приложить все усилия для того, чтобы ущерб, который был причинен потерпевшему, чтобы он был возмещен. Вот если говорить о статистике, то в прошлом году 70% уголовных дел, по которым мы направили уголовные дела в суд, ущерб потерпевшим был возмещен. И на наш взгляд, это основная заслуга.